Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, последний день июля, последнее воскресенье, 30 июля. Мы возле завода Массандровских вин в городе Ялта. Прекрасная погода сегодня. Мы посетили склад винных напитков Массандровских вин. Вот он, знаменитый завод. Так что, все. С наслаждением за рулем добрались до Ялты. До Ялты. И сегодня у нас первый день заправились дизельным топливом. Экстра дизель. Экстра дизель. Ну, как ты себя чувствуешь, Володя, когда у тебя... настоящий BMW, а не в микроавтобусе. Да. Замечательное ощущение, особенно по горным серпантинным дорогам. Так что. Замечательные виды, горные пейзажи и вообще красивый город. Всем рекомендуем обязательно приехать в Ялту, посмотреть и сходить на завод Массандровских вин. Очень широкий выбор. Все вина делаются по той же самой технологии, у что тебя и даже рубашечка сегодня в тему окраски завода. Ну почти. Рубашечка у тебя в тему. Так что всех приглашаем в город Ялту. Всем привет. До встречи.